После потопа жильцы тут же пожаловались в службу доставки и попросили прибрать за собой. Но доставщик так и не приехал. У вас доставщик доставлял квартиру суши, и по какой-то причине он справил малую нужду прямо в подъезде. Я ему скажу. Может, ему прийти прибраться? Знаете, я запишу ваш номер, и он подъедет, я с ним поговорю. Убирать дурно пахнущую жидкость на 9-м этаже пришлось уборщице Алене. Через 3 дня после публикации этого видео доставщик, видимо, получил выговор от начальства и вернулся в дом на улице Лепсина, на этот раз, чтобы извиниться. Алена, это мы. Вон извинения привезли. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, спасибо. Видишь, даже извинился. Принимаются извинения. Больше не повторяйте. Надеюсь. Конечно. Уборщица Алена приняла извинения и порцию роллов. Сам доставщик объяснил свой поступок тем, что плохо ориентируется в городе и не знал, куда можно сходить в туалет цивилизованно, без причинения кому-либо вреда. Михаил Вагин, место происшествия.